Алматинский бизнесмен раздал жертвенное мясо нуждающимся и многодетным семьям в честь священного праздника мусульман Курбан-Айд, пожертвовав для благой цели 1 000 000 тенге. Доставку до адресатов осуществили волонтеры молодежного крыла «Жасултан». Есть специально отведенные места, где есть разрешение. Это вот нижние части города. Мы сегодня туда вот поехали, заказали заранее через онлайн-платформу kurban2020.kz. Все там было оплачено, указали количество голов баранов, и после этого уже нам подготовленные туши, разделенные, мы сегодня утром получили. Развозку мяса жертвенного скота начали с Алмалинского района. Передача проходила со строгим соблюдением санитарных правил. В общей сложности мясо доставили 80 семьям города, в том числе матери-героине Индире Жанигиз. Она обладательница золотого пояса «Алтын-Алка», воспитывает 7 детей. Что там, а кто? Мои дети очень любят манты. Приготовлю для них любимое блюдо. Спасибо за помощь организаторам. Пусть будут приняты ваши намерения. Всего для благого дела закуплено 20 голов скота. Каждой семье привезли 1/4 туши. В процессе доставки принял участие и сам предприниматель. Курбан-Айд – еще одна возможность помочь ближнему, говорит Даурен Халметулы. В период карантина многие потеряли работу. Сейчас им приходится нелегко. При поддержке партии «Нур-Отан» мы решили оказать помощь социально уязвимым, нуждающимся людям и поздравить их со священным праздником. Обрадовали организаторы и большую семью Туралиевых. 34-летняя Айгуль – домохозяйка, воспитывает 7 детей. Муж занимается ремонтом бытовой техники. В этот сложный период помощь очень кстати, признается женщина. Спасибо за поддержку. Для нашей семьи это большая помощь. С утра нам из мечети также привезли мясо. Благодарю организаторов за внимание. С праздником Курбан-Айд! Сегодня жертвенное мясо раздавали и работники центральной мечети Алматы. Для этих целей закуплено 260 голов мелкого и 6 голов крупнорогатого скота. Всего представители духовенства доставили мясо 800 нуждающимся семьям города. Айдана Нураш, Кублан Альдибеков, телеканал Алматы.